По объективным причинам в минувшем году отрасль туризма понесла огромные потери. Если сравнить 2020 с предыдущим годом, то сколько туристов из-за рубежа мы не дождались и сколько прибыли не досчитались. К сожалению, пандемия внесла коррективы, скажем так, в этом году. В 2019 году наш регион посетило туристов порядка 96 тысяч, а в 2020, к сожалению, порядка 45. Что касается финансовых вложений, к сожалению, денег наш регион недополучил в 2020 году. Это цифры говорят сами за себя. Если в 2019 году экспорт туруслуг по области стал 17,8 миллионов долларов США, то, к сожалению, в 2020 году он 5,2 тысяч долларов США. Переориентироваться в большей степени на внутренний туризм тем, кто хотел остаться на плаву, пришлось в кратчайшие сроки. Скажите, пожалуйста, какая работа была проведена с этой целью? Вы правы. Сложившаяся ситуация стала немного шоковой терапией для туристических предприятий, но большинство из них переориентировалось. Сегодня у турфирм сформированы пакеты экскурсионные, культурно-познавательной направленности, заключены договора с санаторно-курортными организациями. Также ряд турпакетов предусматривает систему бонусов, льгот, скидок. При этом многие туристические направления удалось обновить и даже сделать более популярными. Так, одним из новых в Гомельской области стал военно-исторический маршрут под названием «Вечной памятью живы», который включает в себя посещение памятников и мемориалов в Жлобинском и Светлогорском районах. Расскажите, пожалуйста, как отзываются туристы об этой поездке? Вы знаете, хотелось бы немножко рассказать об этом маршруте. Вы правы. Данный маршрут включает в себя это посещение памятников в Жлобинском районе, памятников детям войны. Также два памятника в Светлогорском районе. Это операция «Багратион». И, конечно, бренд, недавно ставший в нашем регионе, это мемориал «Алла». Хочется отметить, что данный маршрут очень актуален. Туристические фирмы возят с удовольствием не только нашего региона, но и регионов или других регионов нашей страны. Этот маршрут востребован, интересен. И хотелось бы отметить, что данный маршрут в этом году является дипломантом республиканского конкурса туристического «Познай Беларусь». А также, что очень приятно, он известен уже на международном арене. Он занял второе место в конкурсе международного фестиваля «Дива Евразии» в номинации «Туристические маршруты экскурсии». Я бы рекомендовала обязательно всем отправиться по этому маршруту, больше узнать об истории нашего региона. Ольга Дмитриевна, а какие новации в качестве мер государственной поддержки сейчас обсуждаются на республиканском уровне? Сегодня государством уделяется достаточно большое внимание развитию отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии. Так, указом президента 512 предусмотрено продление мер поддержки. Соответствующие изменения внесены в указ 143 поддержки экономики. Ряд льгот и преференций сегодня предусмотрен также декретами президента 6, 10, налоговым кодексом. Преференции действуют и в сфере агротуризма, указ 365. Сегодня на рассмотрении находится закон о туризме в первом чтении, где предусмотрена финансовая составляющая туроператора, их ответственность перед потребителями при неисполнении договорных обязательств. Также при Министерстве спорта и туризма создана рабочая группа по механизму субсидирования путешествий гражданами Республики Беларусь в пределах своей страны. Это будет что-то вроде кэшбэка. В этом году будет сделан акцент на развитие туристско-рекреационных парков в особо перспективных районах, создание конкурентоспособного туристического продукта на внутреннем рынке, что позволит привлечь, конечно, не только внутреннего туриста, но, конечно же, иностранцев в наш регион. Ольга Дмитриевна, благодарю вас за интервью. Желаю обязательно воплотить в жизнь все задуманное, ну и приятных всем путешествий. Спасибо. We'll be right back.